Лодочный мотор Микацу 9,8 лошадиных сил двухтактный. Один сезон эксплуатации. Сразу скажу, что до этого я эксплуатировал Марлин 5-сильный, тоже двухтактный. И таких проблем после года эксплуатации с ним не было. Не знаю насчет проблемы это или не проблема, но все-таки неприятно. Вот начнем сверху. С мотором обращался точно так же, но вот уже треснул колпак, если видно. Вот потом, ну вот на резинке не понять откуда, шов здесь или не шов, начало потихоньку рваться. Далее, я говорил раньше про на своих ранних видео про эту проблему, что вот ручка, за которую брать мотор, вот здесь вот расположены провода и вот этот хомут. Его, конечно, можно перевернуть туда, но он почему-то постоянно обратно. Очень больно сдирает руку, если вот так вот взять его. Вот он мешает. И далее, опять же, от того, что я постоянно вот так вот отодвигаю, чтобы взять, вот здесь вот этот вот, не знаю, видно вам, нет? Резиновая заглушка, она вылезла из мотора. Далее, что? Пластмассовые вот эти вот, не знаю как назвать, ручки, барашки, они не железные, они пластмассовые, они постоянно трутся, и вот достаточно много с них материала слетает. Именно когда ставишь в лодку в положении подъем, то невозможно закрутить одновременно две. Приходится одну подкрутить, потом мотор повернуть на бок, потом вторую подкрутить, мотор на бок и так далее, тому подобное. И вот в лодке вот это вот трется об мотор и постепенно вот слезает все с этого. Дальше. Что у нас? Что у нас? Вот тут вот. На кавитационной пластине. Причем, заметьте, мотор висел месяц в положении рабочем. В смысле, в вертикальном. Вот откуда-то что-то полилось. Не могу понять, откуда это. Масло какое-то или замазка-то с песком. Не знаю, не отсюда, вот откуда-то. Завтра повезу на консервацию, может скажут, в чем проблема. Вроде вот эти все гайки, все закручено, все нормально. Дальше, что еще? А, вот ручка подъема двигателя в различное положение. Вот здесь была пластмассовая штучка, насадочка, она, естественно, слетела. И один раз чуть не потерял вот эту вот штуку, которая меняет наклон двигателя по отношению к трансу. Вот здесь вот один раз вот в таком положении ехал. То есть еще чуть-чуть все это отвалилось. Говорят в интернете, что нужно сюда какие-то шайбы ставить, но это уже потом. В общем, и вот еще. Вот, когда на лодку ставишь, и вот именно об это место, вот эти ручки трутся. И вот здесь уже содралась краска достаточно прилично. Ну и тут. В общем, все по мелочи, в принципе. Мотор работает хорошо, но за 3 месяца 4 эксплуатации как-то достаточно неприятно это все. В любом случае.